Летние заплывы серии Swim Cup Open Water 2022 официально открыты. В этот раз местом старта выбран Кореневский карьер. О том, что привлекает спортсменов в этом виде спорта, смотрите далее. Подготовка к заплыву. Спортсмены надевают специальные гидрокостюмы и шапочки для плавания. Обязательно привязывают буй. Он необходим для обеспечения безопасности. Несколько секунд до старта. Пловцы преодолевают дистанции в километр, два или три, в зависимости от физической подготовки и возраста. Андрею Соколову 14. Сегодня он преодолел 1000 метров за 14 минут 40 секунд. Занял второе место с отрывом от победителя всего на 2 секунды. В этих соревнованиях первый год я, ну, каждый год в разных соревнованиях участвую. Вода холодная, у берегов плыть трудно. Там подальше уже полегче. Вода 18,5 градусов. Хоть организаторы и считают такую температуру комфортной для плавания, особенно для новичков, холодновато. Но именно с этого начинается преодоление. Для того, чтобы проверить свои силы, для многих это вызов. Самому себе проплыть, доплыть, получить удовольствие от общения с такими же единомышленниками и людьми, которые любят спорт, плавание и здоровый образ жизни. Такие заплывы будут проходить до самой осени. Любители и профессионалов от 14 до 65 лет ждут еще 15 городов России. А 8 октября состоится финал Swim Cup Open Water серии 2022 года в Сочи. Луиза Егиазарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.